Африканці віддавали перевагу ритму. Ними вони створювали потрібну атмосферу під час обрядів. Саме чорні зародили ломаний біт. Вже в давнину в їх музиці були присутні елементи брейкбіту, які пізніше зародили такі стилі, як хіп-хоп, брейкбіт, драм-н-бейс, брейккор та інші. Афроамериканці, вивезені як раби в новий світ, привезли з собою ці ритми на американський континент, на якому в той час панувала європейська музика. В результаті синтезу елементів європейської та африканської культової музики народжується джаз, який заклав основу таким стилям, як сол, фанк, регі, хіп-хоп та інші. Зародившись у афроамериканських гетто, хіп-хоп-культура мала широке розповсюдження. Але, як і в випадку з джазом, темношкірі не люблять, коли білі пхають носа в їх справи. Білі не мали доступу у афроамериканські гетто, і хіп-хоп-культура деякий час розвивалась в обмеженому колі. На противагу хіп-хопу починає розвиватися джангл. Джангл – це відповідь Англії на хіп-хоп, заявив Грув Райдер в інтерв'ю New York Times. Зародившись у 1989 році, джангл активно розвивався і еволюціонував на початку 90-х. Та серйозним і самостійним стилем джангл став лише в 95-му році, коли записи таких музикантів, як Фахіро, Голді та Гай Коли Джеральд, побачили світ. Изначально появился сам стиль как драм-н-бейс посредством сведения пластинки хип-хоповой на 45-й скорости. Да. Разогнали хип-хоп просто. Хип-хоп разогнали, да, на 45-й скорости свели эту пластинку хип-хоповую с хардкором, с электрохардкором. И тот, получился который... джангл. Получился драм-н-бейс, джангл. Еще были джангловые вставки изначально в хардкоре, но больше было ровной бочки. А потом... начали больше ломаной бочки давать. То есть те вставки, этими вставками начали делать полностью треки. А в 95-м году первый альбом Drum and Bass вышел на лейбле Metal Heads. Его сделал Голди. Есть такой всемирно известный Drum and Bass диджей, продюсер. Вот. Ну и с этого все, собственно, и началось дальше, и дальше, и дальше. На сьогодні джангл еволюціонував у купу різних форм та підстилів в драм-н-бейс-музиці. В Україні джангл-драм-н-бейс-сцена зародилась у місті Дніпропетровську. Пізніше вона набула більшого розвитку в Києві, Львові, Харкові та інших містах України.
Начиналось вообще с клуба Shelter. Я не участвовал в этом мероприятии, я только об этом наслышан. И люди в клубе, вернее, в этой забегаловке, в Шелтере, делали первые вечеринки, куда помещалось там около 60 там, или 70 человек максимум. Все было битком забито, но люди все равно шли, потому что такого нигде не было, никто этим не занимался. И несколько раз проводилось такое мероприятие. Еще, вот, как мне сказали, здесь одно из первых было на Тарбанич пати, вроде бы как, вот, в Доме кино, да? А еще было мероприятие, несколько мероприятий проводили, одни из первых, в кинотеатре «Киевская Русь». Вот. Ну и дальше. Очень много повлияли на украинскую джангл-культуру. Такая промо-группа была, как DJs Afterworks, школа Back to School, вот, собственно, в которую я и попал. Вот. В 2003 году я попал. Она была гораздо раньше. Были на радио, значит, передачи выходили там регулярно. Я уже не вспомню точно какие, но DJs Afterworks, вот, занимались, собственно, этими делами еще очень давно. То есть там с 99-го года, а может даже и раньше. Точно уже на данный момент не вспомню. Вот такие дела. Раньше не было такого понятия, как зарубежные гости дорогие, вот, там, в большом количестве, или там один гость, там два гостя зарубежных. Такого не было. То есть, и, я так понимаю, не хватало просто людям и ресурсов там, для организации таких вечеринок и все такое. Но как бы люди старались, приглашали там просто иногородних диджеев там, в Киев, и из Киева приглашали тоже другие города. Вот. Ну а потом потихоньку начало все развиваться. И люди просто начали, ну, как бы, уже влаживать больше денег в это дело. За 10 лет, вот, она развилась до таких масштабов, что на данный момент, вот, drum and bass — это уже не просто там jungle and drum and bass, а это очень много подстилей, таких там, так как dark step, tech step, clone step, пока new jump up, тот же старенький jump up, ну и многие другие. То есть там есть и drum funk, и рага джангл, да, и очень много всяких вот других подстилей, направлений, может даже таких, о которых я еще до сих пор не знаю. Существует такая тенденция, как люди не хотят идти на drum and bass, потому что у них нет наркотика, и они сегодня туда не пойдут. Это неправильно, и это на самом деле неправда, потому что большинство людей, как бы, те, которым нравится музыка и которые понимают, что вообще происходит, они могут туда идти, как бы, и без наркотиков, и без ничего, заплатив деньги на билет, там, реально последние деньги. И даже если им не будет чем добраться обратно, они все равно туда пойдут, если они любят музыку. А то, что там наркотики, говорят, или не наркотики, это уже индивидуальное, как бы, ну, личное дело каждого человека. Я считаю, да. У київському клубі «Гран-прі» зібралось багато прихильників ламаних ритмів. Свої сети відіграли не тільки діджеї та музиканти Києва, а також гості з Сімферополю. Клуб «Гран-при» мне понравился, на самом деле, и организация понравилась, была отлично. Единственное, конечно, ну, как всегда, как для всех людей, маловато места. Ну, а все остальное, как бы,
Очень интересно, интересный дизайн клуба, необычно. Нормальная охрана, нормальные люди, все было отлично. То есть люди шли, понимая, зачем они туда идут, в общем. Было несколько человек, но как бы они не мешали общему движению. Вот так вот. Без левых никогда не бывает. Give respect to this music because it's from the heart and from the soul. It's not from the brain. So I like the music. I love it, man. I like it every time, every day. I like to be with the music with my heart. So I respect it and I want everybody to respect this music. It's a good music. Nice one. Nice music. Respect the music.